символ мужества, храбрости и долгожданной победы. Тысячи красных гвоздик, как дань памяти тем, кто в годы страшной Великой Отечественной войны сражался с врагом и ценой собственной жизни одержал победу над фашизмом. Цветы к обелиску, отстоявшим отчизну, возложил глава городского округа Дмитрий Волошин. Почтить память павших приехала и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Отечественная война не обошла стороной семью олимпийской чемпионки. Ее отец и мать оба дошли до Берлина. Оба дошли до Берлина и оба закончили уже Вторую мировую войну на территории Китая. Я все время вспоминаю, как вот мои родители очень ждали, знаете, не каких-то наград или там особых почестей, а именно вот когда отмечалось сначала 25 лет окончания войны, ждали какого-то к себе внимания. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. Особый праздник сегодня и для председателя Совета депутатов городского округа Александра Дринова. 9 мая к вечному огню в Химках он ходит с самого раннего детства. Мой отец был призван в армию в 1942 году с Химок в возрасте 18 лет. И вернулся в 1945, когда ему был 21 год, инвалид войны. 3 медали за отвагу, за личную храбрость. Я просто помню, насколько это был святой день для всех ветеранов. Тогда их еще было много живых. В День Победы к мемориалу пришли сотни горожан, потомков славных советских солдат Красной Армии. Наша главная задача – сохранить всю память и донести ее до наших детей, внуков, правнуков, чтобы они тоже это знали, помнили и чтили. Помнили и чтили всегда, а не только 9 мая.